Ассаламу алейкум. Приятно вас всех видеть, которого не было вчера, позавчера. Во-первых, поздравляем Асламбека с рождением девочки. Надеюсь, через год будем поздравлять уже по другому поводу. Так, давайте, ребят, буквально пару минут поговорим о наших делах. Я честно не хочу, как есть у многих, я знаю, в командах, есть люди, которые могут обещать золотые горы, что-то, но пока конкретно по существу я не могу ничего сказать. Но это мы все равно после помощи Всевышнего 30-го лицензирования пройдем. И буквально у нас через пару дней, через 3-4 дня, да, уже заявка будет? 4-го. Да, 4-го. И там уже тренеры подъедут 1-го числа. Во-первых, мы 1-го числа, опять же, надеюсь, иншаллах, поедем на сбор в Кисловодск. Там у нас 4 игры запланированы. Вы правильно поймите, тут, в принципе, у вас действующих контрактов ни у кого нет, так что мы тут все на просмотре. И уже детально, я думаю, к 4-му числу костяк уже, наверное, человек 10-15. Там уже детально, я думаю, и о зарплатах поговорим. Иски все вас знаю, нами завтра, послезавтра видится, но я хочу смело в глаза смотреть любому из вас. Скажем, как есть. Самое главное, команда будет, команду никто не собирается убирать. А по зарплатам самое главное, что вас, наверное, должно волновать и волнует, я так понял, условия контракта, правильно говорю? Условия, скорее всего, у всех будут разные. Ну как, какие будут? С каждым человеком индивидуально будет проведена беседа. И мы со своей стороны, скажем честно, вот это мы можем сделать. Ваше дело согласиться, если соглашаетесь, тоже идти до конца. Или же по-хорошему расстаемся. Согласны? Это хотим мы ясность, не хотим, это уже через, я думаю, в течение недели мы это все уже должны знать по-любому. Чтобы и у вас время было, кто не захочет остаться в команде, найти себе команду. Конечно, со многими из вас хотелось бы поработать дальше. Опять же, я повторяюсь, но вот то, что вот это прошлогодний сезон, я думаю, большинству из вас так же обидно, как и мне это. Вот это место, которое мы заняли. Хочется, конечно, реабилитироваться перед болельщиками. Я надеюсь, нам удастся создать боеспособный коллектив. Для дальнейшего участия в чемпионате. Так, единственное, у меня просьба к вам. Вот до этой ясности, до подписания контракта, ребята, ведите себя так, как действительно, ну, как профессионалы. Я понимаю, что у вас ни у кого действующего контракта нет. Вы все на просмотре, ну, надо работать как профессионал. Вы профессионал, в первую очередь. До подписания контракта, как будто все у нас хорошо, как будто у всех подписаны контракты, с хорошим условием, вы должны работать. В принципе, у меня все. Если есть что у вас спросить, вопрос, что добавить. Я клянусь, ни в коем случае никого не буду обманывать. Буду как есть, так и скажу. Понравится вам это или не понравится. Что у нас? Нам, в принципе, ничего не остается. Выходить, тренироваться, правильно? Будете вы играть здесь или в другой команде, вам тренироваться по-любому надо. И 1-го числа, я думаю, 1-го, 2-го максимум. С основным костяком уже разговор будет. Вопросы? Билан, что-то хотел сказать? По зарплате, опять же, обещает. Сегодня был в правительстве. В ближайшее время обещает рассчитаться. Я бы сказал бы, Билан, если деньги здесь на счету были бы, сказал бы завтра или послезавтра получите. Не могу я это сказать. Обещает они в самое ближайшее время. И Магомед, да? Мага, где ты? Глава, вот на празднике виделись, Магомед. Обещал после праздника рассчитаться. Праздники, в принципе, закончили, сейчас посмотрим. Сегодня мы вместе были, зампреды были. Она обещала тоже посодействовать, посмотрим.